Здравствуйте! Здрасте, наша вам! А где доктор? Николай Иванович? Так жениться поехал. Но я фельдшер, я специалист. С чем пожаловали? Ой, зуб измучил меня всю ночь. Не могла уснуть ни минуты. И глотка чая не могла проглотить. Дергать надо и все. Вот, страшно. Садитесь. Что страшно? Тут на медне приехал Александр Иванович Египетский. Тоже у него зуб болел. Милая, а Алексей Кузьмич, Богом, крестом Богом прошу, вытащите мне зуб. А что, не вытащить-то? Вытащить можно. Вот посмотрите, зубы-то ведь они разные, хирургия, расплюнуть и все, так смотрим. Сейчас мы главное тракцию сделать, взять правильно, все, и все, расплюнуть. Зубы-то они что, чем отличаются? Одному надо козью ножку вытаскивать. А мне что? Другому щипцами, третьему ключом. Пусть ножка. Так, открывай, сейчас мы его, того. Еще немножко, так и знала, что соскочит. Господи, надо было мне щипцами. Вот сейчас мы все это сделаем. Ой, доктор вы мне. А я что, я тоже специалист докторами. Доктор ей все учить будет. Так, сейчас вот я возьму. Так, давай. Еще немножко. Вон Александр Иванович Египетский приезжал. 7 лет прожил в Питере. Такой ученый человек. И тот не ругался. Терпел все. А такой обходительный. Один костюм рублей 100. Давай. И тот не кричал. Она, ничего с тобой не будет. Обойдешься. Не помрешь. Никак вытащили. Ой. И ничего не будет. Хорошо. Промывай. Лощи. Учить еще будет палка.